Самым главным выгодоприобретателем от нашего снятия с выборов был как раз именно Игорь Николаевич Дадон и партия социалистов. Потому что все эксперты спорили, в 2014 году пройдет Дадон с социалистами порог, либо не пройдет. Будучи очень удобным, а я бы даже сказал самым удобным для Плохотнюка политикам, Плохотнюк снял нас с выборов, понимая, что часть голосов большинства уйдет к социалистам, часть уйдет к коммунистам, демократам и так далее. Он решил две проблемы. Первое, он начал убивать нас политически, уголовно и как угодно. И в это же время он завел своего фаворита с большой фракцией в парламент Республики Молдова.